Андрей Мишанин, Титан, Березники. И под номером 38 выступал Дмитрий Санников. Это было по-настоящему важное и грандиозное событие для каждого из участников команды «Титан», которые покорились километры летнего триатлона. Почти год подготовки и преодолений завершились ярким финалом. И у каждого была своя победа. Победа над собой, победа над убеждениями, победа над ограничениями. Результат оказался неожиданным и от этого еще более вдохновляющим. Команда выступила, я думаю, не хуже всех. 14-му мы стали, 36 команд мужских. Соревнования по летнему триатлону Iron Star 113 становятся все более популярными в России. В этом году в надежде получить звание полужелезного человека собралось около 2000 атлетов. Первый водный этап задавал тон всей гонки. Для тех, кто проходил полную дистанцию, было важно правильно распределить свои силы. Для эстафетников выложиться по максимуму. 200 человек обогнал. Следующий велоэтап проходил по живописной трассе на Красную Поляну. Здесь нашим триатлонистам удалось показать свой лучший результат. Как? 2:55. И уже в самый зной, на пределе своих возможностей, атлеты бежали полумарафонскую дистанцию. Лишь две трети участников соревнования уложились в зачетное время и получили статус Iron Star 113. И среди них наши. Это достижение, которым по праву можно гордиться. Реально поднимает корпоративный дух. Надо его распространять вообще среди всей корпорации, среди всех работников. Если наша команда будет расширяться, то это будет вообще супер. Вдохновленная своим дебютом, команда «Титан» вернулась домой и готовится к новому старту. Теперь уже в Казани, 4 августа. И снова вместе, и снова на улучшение своего результата.